И о спорте. Три бронзы. Таков итог участия наших юниоров в открытом первенстве России по карате кёкусинкай. Соревнования среди юношей и девушек от 12 до 15 лет прошли в Тамбове, сообщает пресс-служба Минспорта КБР. Помериться силами собрались около 350 спортсменов из 36 регионов России. Кабардино Балкарию представляли спортсмены, прошедшие отбор на республиканском и окружном уровнях. Бронзовыми призерами в своих весовых категориях стали Валерий Давыдов, Адам Нахушев и Амирлан Сазаев. Редактор